Он инженер, он созидатель. И вместо того, чтобы ему сейчас работать на благо народа и совхоза, и людей, которые его защищают, которых он одевает, нервы, окормит и прочее, просто его судят. Кто судит? Все те, которые боятся его. Боятся. А честь и справедливость, она победит все равно, рано или поздно. Ибо Бодров сказал, вся сила в правде. Понимаете? Я вас понимаю, вы за это деньги получаете, вам надо работать там. Но поймите, уважаемые граждане, просьба соблюдать социальные дистанции, какая-то должна же быть. И вот вы народ доводите до кипения, понимаете? Мой отец воевал, мой дед за родину погиб, а я должен на диване лежать. И тысячи, миллионы таких, как я, придут защищать эту родину. Уважаемые граждане, просьба соблюдать социальную дистанцию 1.5-2 метра. И что самое интересное, предпоследний суд был Грудинину за МКАДом. Теперь суд почти рядом с Кремлем. А последний следующий суд будет в Кремле. Понимаете, будет в Кремле. И вы доведете этим самым. Вместо того, чтобы народ защищать, вы защищаете всю нечисть страны. Уважаемые граждане.